Путешествие по музыкальному городку с говорящим названием «Музград» гости ожидали с нескрываемым нетерпением, предвкушая начало необычного спектакля. Многие не отказали себе возможности сфотографироваться в яркой арке, как бы приглашающей в красивый мир музыки. Любое культурное событие – это праздник. Это творческое мероприятие, от которого ты ждешь яркости. Настроение предновогоднего, естественно, потому что мы все ожидаем сейчас чуда, мы все готовимся к этому празднику. Мы ожидаем кучу эмоций, потому что у меня участвует дочка здесь. У нас представлен детский коллектив «Путеводная звезда» вместе с актерами основными. И мы ждем море эмоций, бурю фантазий, потому что это будет очень здорово. Такая была подготовка, очень интересная. Я ожидаю хороший спектакль, всякие интересно детям именно будет. Потому что у нас дети любят вот всякие вот мероприятия вот эти ходить, им нравится это. Яркая, музыкально насыщенная и оригинальная постановка стала интересной как взрослым, так и совсем маленьким зрителям. Партитура к «Музграду» написана российским композитором Максимом Дунаевским. Уникальность этой постановки в том, что оркестр не просто сопровождает действие, которое видит зритель, но является центральным и полноправным персонажем всего происходящего на протяжении всего спектакля. То есть этот спектакль посвящен именно оркестру. Ну и, конечно же, зритель увидит очень много пересечений со своей жизнью, потому что у нас все в жизни происходит и в работе так же, как в оркестре. На сцене столкнулись два разных музыкальных направления – классика и современность. Главный герой, нот-дирижер, освободил захваченный Музград, а амбициозный Триангл сделал непростой выбор. Что? Не слышу! Громче! В премьерный день состоялось сразу три спектакля. Гости, приглашенные на уникальную музыкальную постановку, смогли в полной мере оценить новые грани возможностей нашего оркестра. Его участники показали себя не только как талантливые музыканты, но и как профессиональные актеры. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».